У меня пионерское детство, поэтому, конечно же, это такая традиция, которая уже в душе, в сердце, да, в воздухе. И поэтому без этого праздника уже, конечно же, ты не представляешь, как же можно не поздравить мужчин, как же можно не поздравить военных и вообще пожелать стране всего самого вообще светлого и замечательного. И, в общем, да, все же идет из детства, и все эмоции, и все какие-то ощущения. Поэтому, конечно же, этот праздник, он всегда в душе. Вот. И я, конечно, желаю, что, опять-таки, не хочу повторяться, что, чтобы у нас все было, вот, чтобы наше детство, да, светлое, замечательное, оно продолжалось в лице наших детей.